Итак, у нас есть базовый уровень, у нас есть ожидаемый уровень, желаемый, удивительный и невероятный. Не просто так, у нас два невероятных уровня, да? У нас еще есть нижний этаж, это такой подвал, и, наверное, все самое плохое, что может быть в сервисе, все, что приносит боль и страдания нашим клиентам, это тот невероятный уровень сервиса, с чем сталкиваются наши клиенты, когда они недовольны. Да? Это когда люди нам доверяют свои ценности, время, они доверяют себя, они доверяют свои мечты, свои ожидания, и мы не угадали. И мы скатываемся с вами вот в этот подвал, в эту темноту и в этот невероятный уровень сервиса, когда мы не оправдываем их ожидания. И наша самая главная задача — не свалиться никогда в такой подвал, потому что если мы один раз свалились, в принципе, ничего страшного, но если мы постоянно в него попадаем, нам нужно задуматься вообще над тем, что же мы предлагаем клиентам. Подумайте только о том, какие ценности вам доверяют свои клиенты, и цените их, цените. И на самом деле, когда мы делали оценку своей целевой аудитории, для каждого из них очень важно это время. Время – это самый ценный ресурс, который может быть у человека вообще в принципе. Поэтому цените его время, цените его ожидания, что он хочет увидеть, что он хочет услышать, каким он хочет выйти от вас. Это очень важно.